Три автомобиля столкнулись минувшим вечером на улице Адарацкого. По рассказам очевидцев, ДТП произошло по вине водителя Opel Insignia. Они отметили, что мужчина столкнулся с Лада Гранта, с которой они ехали в одном ряду. А та, в свою очередь, отлетела на Kia Ceed, которая двигалась по встречной полосе. В результате аварии никто не пострадал, досталось лишь машинам. Обе иномарки не смогли передвигаться самостоятельно и покинули место происшествия на эвакуаторе.